Гиги. Миша, помаши ручкой. Поздравь бабушку с днем рождения. Ты хоть посмотри на меня, днем рождения. Нет, он один раз как-то сбривал. Когда? Сбривал, я помню. Папа? Усы, что-то не помню. Папа сбривал, я даже не помню. Было. Коля, скажи. Студентом один раз. Ну, было один раз, что ты сбрил усы. Таня тоже один раз меня без усов видела. Значит, это был мой муж. Наверное. А, точно. Знает мой, сбривает усы. А Ленка нам спит с полоснами, бежит под утро и досыпает с нами посерединке. Утром просыпается выходной день. И она ж без папы там вообще это нельзя было жить. И поворачивается к папе, лезет всегда к нему. И тут хопа, обнимает. Глаза открывает, а усов-то нет. А, где мой папа? Мы ее успокаиваем. Славик обнимает, она уйди. А он говорит, да я твой папа. Я говорю, Лин, это твой папа. Ну он просто усики. Она так плакала, где мой папа. Поэкспериментируем. Типа, что за мужик? Ну с тобой поэкспериментируй. Я уже подводила его. Да потрогай, это у деда тут волосики растут. Плакал, кричал. Я не понимаю, это фоткают или что-то просто. Видик снимаю. Как раз ищите себя на ищите себя на том канале. Дело в том, что я просто благодаря инициативе и организаторской способности своей сестры, вот, какой? Любови, вот, быстренько организовала поездку к моей старшенькой сестре Наде. И мы... При огромном участии твоей племянницы. Какой? А, это да. Она обустроила нам поездку в люксе. Мама дорогая. Я была... никогда... Это доставка почты «Делюкс Украина», да? Да. Как Мордюкова в этом фильме «Родня». Через тоннель. Помнишь? Раз, вы что ко мне пристаете? Это помнишь? Когда свет там потушил в тоннель. Ну, мы зашли, я там думала, 4 полки, там 2. Я говорю, Люба. Это вы что, вы свои ехали? Да не, только одно. Что это такой длинный ролик будет смотреть? Я? Ну вот, что вот, надо вот так вот раз и все. Что такое? Раз и ну, все. Я вас открываю YouTube канал, если там больше 5 минут. А Веру послушать. Больше скольки? Больше 5 минут я не смотрю. Так еще 3:12. Я тебе скажу, что можно почти 2 минуты. Когда Вера рассказывает, поверь мне, посмотри, сколько будет просмотров. Сколько? У нас 16 подписчиков. Дай бог, чтобы 16 было. А если 17, кто-то с первого раза не понял, 2 раза смотрел. Есть такая передача, ты не поверишь. Все быстрее, все поверишь. Это Алекс. Надя, ты не поверишь. И начинает рассказывать. Это я их тоже научила, наверное. Не знаю. Ну, Алекс всегда нас поздравляет. Ну, вот это скучно уже не снимает. Что это? Надо... Короче, делала я торт. Шедевр. По интернету. Кстати, насчет интернета привет. И тут я нашла рецепт. Как сделать корж без этого... без соды, без масла, без разрыхлителя. Чтобы было, ну, для пензи на здоровье. В конечном итоге читаю отзывы, а там написано, чтоб тебе этим коржом да по морде даст. И когда я уже приготовила этот корж, я те же самые слова и сказала. Ну, надо было все отзывы прочитать. Но потом я его с таким трудом собрала, и мы сегодня продолжим видео, когда мы будем есть этот торт. Свой котел и свое варенье. Там корж идет нижний, ну это как основа. Чтобы держалось. Называется, да? Основа подошва. Вот. А дальше такая импровизация, ты не поверишь. Ну это немножко тупой. Я не объясню. Что значит пекла корж по интернету? А рецепт? Это как доставка почтой? Подожди, в интернете этих